Красно-желтое дерби в Туле. Арсенал против Алании. Вывеска статусная. Арсенал лидер. Алания команда, которая является единственной в первом дивизионе, имеющей звание чемпиона страны. И вот такой матч сегодня мы с вами увидим. Красно-желтый вечер в столице оружейников, самоваров и пряников. Матч вечерней программы шестого тура Мелбет первой лиги. Роман Вагин, Ашот Шакарян, Арсенал Тула, Алания, Владикавказ. Поехали с центра поля. В белом сегодня. Белые начинают, как в классической шахматной партии. И сразу потеря мяча. Турищев с мячом. Что придумает? Он у штрафной. Передача туда, внутрь. Удар с дистанции. И Солдатенко тащит от Сараева. Ну, знал, не знал, куда пробьет бывший коллега по Алании, но потащил Цараев, который забил здесь победный Енисею. Поработал с Аланией 2, теперь главной команды, первый сезон. Подача Левашов, не разобрались сейчас. Левашов и Семенчук, мяч улетает на угловой и досталось по лицу юному защитнику. Давид Семенчук сейчас трясет головой. Хорошо на Хабибова идет на бровку, и там никого. Плиев не успевает. Хабибов катит. Ткачев. Тут можно и Турищев такой. Турищев, Ткачев, тандем. Залагов, заброс на Бутаева. Вот ты просил, пожалуйста. Пришел даже в лицевой линии. Снова, ну что такое, а? Ребята, Арсенал! Алания без моментов и едва не повела в счете. Два раза подряд защитники чудят. Левашов, где подсказ, где внимательность, концентрация. Вот, кстати, этого парня совсем мало мы в первом тайме называли, да? Ой-ой-ой! Кайнов, который в прошлом туре с нефтехимиком в перекладину попал. Дальний удар у парня сумасшедший. Нафиг его пройти, да, удалось. Дальше Шевченко бросает мяч на бровку, подает. Или за шиворот Солдатенко мяч, такое ощущение, летел. И что, покинул пределы поля, да, показывает Жабченко на угол. Но это было опасно. Разыграли, а пробить! Ах, Арсенал шанс. В первом же матче мог забивать Давид Семенчук. В первом же матче в стартовом составе. Разводит руки в стороны Старожук. Ошибается едва ли не первый раз за матч. И Коротков. Шанс забивать нужно. Ну как же так? Как же так? Не замкнули прострел. Вот это был самый опасный момент матча. Тут без каких-либо оговорок. А в первом дивизионе в прошлом туре на замену выходил. Ну, неплохое впечатление. Воспитанник ФШМ. Красная! Красная! Я так понимаю, что Плиеву, да, потому что, а кому еще? У Макарова карточка была, он ушел. Расценил игру центрального защитника Алании как грубую. Получил Константин вторую желтую. Цалагов, Чемези. Удар рядышком. Алания-то в концовке лучше играет в меньшинстве. И сейчас Гурциев хватается за голову на беговой дорожке рядом со скамейкой запасных. Алании в борьбе подставлялся нигериец. Но вот Жабченко именно, видимо, решил, что подставлялся. И Солдатенко! Пантерой, барсом, тигром, ягуаром, гепардом, кого еще вспомнить, за этим мячом бросается ценой травмы. Очень напряженная концовка, много эмоций. Все это так, все! Свисток Анатолия Жабченко, матч в Туле завершен без забитых мячей.